моих руках яблочный продукт. Ну, правда, не пирог, но достоин внимания не менее. iPhone 4. У каждого из нас сложилось разное отношение к этому телефону. Кто-то iPhone считает незаменимой вещью, а кто-то плюется в ненависти к бренду, не зная на самом деле достоинств этой маленькой машинки. Ну что ж, пора наконец-таки увидеть все своими глазами. Так что отправляемся в сказочный мир Apple. Перед нами представлен 4-й iPhone, и я бы хотела вас познакомить с немногими простыми, но достаточно важными функциями этого телефона. Итак, одна из них – это многозадачность. В двух словах сказать. Теперь наши приложения не загружаются, а открываются. А как вы понимаете, между словом «загрузить» и «открыть» находится огромная пропасть. Экран. Легким движением пальца одна страница превращается в другую. Нет, действительно, это очень легко. Ну и, конечно же, такой экран хочется трогать и трогать. И, кстати, заядлые повара. Экран этого телефона снабжен олеофобным покрытием, которое отталкивает влагу и жир. Так что, если вдруг на ваш телефон попало растительное масло, то это вовсе не смертельно. Ну а теперь любители пофоткать и поснимать все и везде. Удобная 5-мегапиксельная камера в помощь. Теперь процесс съемки стал намного удобнее и проще. С помощью вашего пальца вы можете сфокусировать нужную вам деталь вручную. Ну, а про автоэкспозицию я вообще молчу. Еще одна интересная функция этого телефона – это FaceTime. Эта функция работает только с помощью Wi-Fi и поддерживается сугубо телефонами Apple. Теперь, позвонив другу, с помощью нажатия этой кнопки вы сможете не просто услышать его голос, но и увидеть вашего собеседника. А иногда это просто необходимо. Ну и, конечно же, Voice Control. Теперь вы можете управлять вашим телефоном с помощью вашего же голоса. Зажав главную кнопку телефона секунды так на две, вы можете смело давать распоряжение вашему телефону. Итак, к примеру, вам захотелось послушать любимую композицию, а времени копаться в телефоне нет. Теперь это не проблема. Зажимаем клавишу и произносим заветную фразу. К примеру, воспроизвести coexist. Чудеса бывают. Именно поэтому телефоны Apple так широко распространены среди людей с ограниченными физическими возможностями. Я не буду говорить об удобности интернета, новых интересных функциях SMS и MMS сообщений, о съемке HD-видео, качестве записи диктофона, об удобности работы развлекательных приложений, GPS-навигации, ну и о том, что это не просто телефон, но и стильный аксессуар. Ну и в конце концов, постоянный спутник. Ну так вот, действительно, эта маленькая коробочка достаточно многофункциональна, а самое главное, проста. Ею может воспользоваться даже ребенок, как показала практика. И если вы ищете вещь, которая может вместить в себя и фотоаппарат, и видеокамеру, и компьютер, и библиотеку, и много другого чего полезного, тогда iPhone 4 именно для вас.